незнакомый кто-то. А, нет, тоже. Ну, это эти, глукты. Ага, только, видимо, не торгуется кто-то еще. Ух ты. Что-то мне это не нравится. Безопасно. А, да нет, нормально все. Просто цвет такой. Угу. Биотопы. Так, биотопы... Структур нет никаких. Давай кого возьмем? Да без разницы, наверное. Давай Бенуа возьмем. Да не, давай Кирстен, она летает хорошо. Ну, по идее. Пить отравленное нормально. Совсем, что ли? Так. Тут у нас металлы еще. Металлы, в принципе, можно было бы подобывать. Так, на большие желатиновые шары скачут по пруду. Похоже, они общаются. Давай поговорим сначала. Понятно. Показать сборщик образцов. Кусок мяса булободу. Булободу. Удалось получить образец, но остальные существа начинают выть и громко бросаются ко мне. Время делать ноги. Ага. Ну, валим. Давай попробуем пособирать еще металл тут. Ау. Ай. О, на зеленом. Ого. Ого. Последний раз. Все. За газом полетишь? Да, за газом можно слетать. Ну, что такое планетка? Что это? Это я за экран улетел. Я на средней гравитации еще не летал, непривычно. Ну, тогда не нужно. Да, штучку соберем, тогда и полетели. Тут получается деньги тратить полностью смысла нет в любом случае. Потому что вот такой случай, когда только за счет денег мы, считай, выжили, заправились. Ну да. Полетели сразу обратно. Да. Нам тут делать нечего. Нам вот прыгать не на что особо сейчас. Вот прыгать не на что, а покупать у них я как-то не хочу эту материю. Дорого. Дороговато. Очень получается. Да. Ну хотя сколько денег, смотря, дадут. Если дадут нормальное количество денег, то можно хотя бы на пару прыжков купить. О, смотри, как крутится, вертится внутри-то система. Ну, естественно. А, экстренная дозаправка. Даже зачем они мне про это пишут? А то, что понятно. У нас закончились сульфаты. Угу. Прикольно, я думал, тут система статичная. О, красный. Перехват. Странно. Пульсировал красным. Опять какой-нибудь заговорщик. Ого, здоровый-то какой. Ну, хотя тут больше паруса всякие. Ха, подданные, сегодня вам улыбнулась удача. Король избрал вас...
и удостоил честью преподнести ему дар в знак того, как вы цените его мудрое правление. И опять да-да. Какой груз-то? Чудесно, чудесно. Давайте-ка посмотрим, какие безделушки и побрякушки готовы. А, он нас просто грабит. Он нас хочет аптечку забрать. И у меня выбора нет. Ой, какая же нам раса попалась, а? Ну да. Но тут нечего с ним болтать-то. Ну да. Гад. Больше всего я не понимаю, почему у меня нет выбора. Потому что королевский. Или типа, может быть, это на этой сложности нет выбора? А допустим, на более сложной был бы выбор, и мы бы подрались просто? Не думаю. Ну, так вот предполагаю просто. Все возможно. Почему-то я боюсь, что нам не дадут выбора и с отравленным вином. Покажите мне яство. Как? А, показать. Сверкающая черемуха. Значит, это оскорбление. Надеюсь, следующая перемена блюд придется больше мне по вкусу. Вино, может, ему тогда? Вино. Слушай, мне уже хочется его травить. Мне уже достали, реально. Но мы денег не получим. Это понятно. Мясо? Так. Булубоду давай. Не нравится ему опять. Ну что такое-то? Надо бы вино последним давать ему. Возможно. Ну и что? И все? То есть и что дальше-то? Я не знаю. А, типа, ну все, можно не травить. Пропуск через врата Меорклов предоставляет свободный перелет через врата Меорклов. Денег дай. 620 кредитов. Вот. Ну ладно, не зря страдали. Теперь мы считаем вас друзьями. Сейчас еще этот прилетит разбираться с нами, почему мы вино не дали отравленное. Да, может. Будем убегать. А у нас щит сломан, надо было починиться там. Ну я вот, видишь, они меня сразу выставили. А не работает. И что, и как теперь? Не знаю. Может, подальше просто отлететь? Ну классно. Есть деньги. Заправиться негде. Давай попробуем залететь еще раз. А можно было бы это попробовать контакт с ними сделать. Не могу. Стыковка разрешена. Ага. Но не показывает, где стыковаться-то. Да! Ну да. Чё за фигня-то? Ну почему оно так работает?
Он же нам разрешил состыковаться. Да. А с другой стороны надо было посмотреть, наверное, тоже. Но я вроде не видел, конечно. Да нет, там стрелочка белая это горела. И что делать? Нам прыгнуть не на что. А белого карлика заправляться, видимо. А. Здесь же белый карлик у нас. Ну, вроде. Да. Причем заправляться, наверное, на два прыжка надо. Давай посмотрим. Так. Починиться можно будет. Нам этот пропуск-то нафиг не сдался. Мы же... А, нет, слушай, так сдался. Бесплатно. Здесь же, бесплатно. Наверное. Или платно? 25 пишет. Может быть, все-таки бесплатно, не знаю. А может, показать нужно пропуск, тогда будет... А, возможно, да. Нам два раза прыгать надо. Два раза прыгать. Но здесь силикаты какие-то есть. А может, там были? Но мы там были, вряд ли соберем, да, еще. Я вот, правда, не помню, что там с силикатами. Там плохо, по-моему. Ну ладно, будем надеяться, не сильно пострадаем. Так как выбора все равно нет. А почему ты по такой большой дуге? Не знаю, знаешь? Так получилось. Просто даже не выравниваешь, как обычно вот делаешь. А радиация, смотри, там тоже как бы накапливается по чуть-чуть. То есть я подумал, может быть, есть смысл как-то вот так залетать. То есть не перегреваться сильно. Mm. Еще будешь заправляться? Да, третий уже заправлю. Потому что потом, куда мы попадем, неизвестно. Ай, ожоги начались. Ну, чуть-чуть еще. Ай. Прям вскользь, по краешку. Все. Все, уходим, 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 уходим. Ну, попрыгали. Корпус, конечно, хорошо побился. Сейчас попробуем ту штуку подчиниться ею. Еще у нас есть какие-то липкие бинты там, угу. Что-то такое. Жалко, сюда не достаю сразу. Чуть-чуть прям не достает. Угу. А есть ведь там приборы какие-то всякие, которые увеличивают дальность? Да, были. Пучка. Фу. Что интересно, при неудачной попытке у тебя там все равно отнялось. Вот ты, ну, не, да, дожал, а, да, корпус побился. Контакты плавильни. Уже. Плавильня — это мастерская, я так понимаю. А, точно же, здесь пульсар. Быстрее, быстрее, быстрее. Смотри, тут две чего-то, да? Здесь ворота и станция. Станция, понятно. Здесь эти, что ли, механические? Ну, похоже.
судя по музыке и по осколкам. А стыковаться где? Слушай, тоже глюк какой-то. У нас сломалось что-то? Что? Стрелки нет. А, есть стрелка, фу. Я ее просто не увидел. Вот, снизу. Так, погоди-ка, пока не залетели. Лаборатория. Ожоги лечит. Да. И с головой лечит тоже. Для небольшого ремонта корпуса. Вот корпус можно починить. Ну так. В принципе, ожидаемо. Кого вылечить? Ее. Инженера? Ну, мне кажется, да. Белая таблетка, инструменты. О, инструменты, кстати. Давай приборы починим. Что починили? Двигатель корабля. А где ты смотришь? А вон написано. А, наверху, ага. А что у нас там было, я не помню. Переработка металлов. Ремонт будет хуже делаться. Нам бур надо чинить, конечно. У них интересные технологии могут быть. Да, у нас кредитов, в принципе, дофига. Ну, как дофига? 957. 900, да. Верфь. Так, генератор антигравитации. Уменьшает гравитацию на 2 уровня, не ниже средней. Защищает челнок от повреждений молнии, теплозащитный. Ага, амортизатор. У нас ячеек 2, да, всего? Да. Бур за сотенку. Ну, придется чинить. Угу. С мастерской, наверное, пока подождем. Все за сотню, да? Угу. Экзотическую материю, возможно, штучку надо взять. Хотя надо было на карту посмотреть, что у нас там будет в самом начале. Будет там какая-то станция. Но там будет в любом случае станция. В принципе. И там, возможно, будет это... Может, планета, на которых заправятся, не знаю. Покупать что-то будем? Ну, есть смысл взять, наверное, какой-нибудь амортизатор. У нас с ветром по большей части. И вот с ветром хотел, да. Две ячейки. Мы можем кресло убрать вообще. С другой стороны, может быть, есть смысл взять от молнии или теплозащитный экран. А что там еще выше подними? Повреждение молнии, а еще выше. Гравитация. Угу. Кресло 55 всего стоит. Его тоже купить можно, если что. Да. А как оно выглядит? А, он автоматически установился. А если я уберу его? Оно прям вообще выкидывается или что? Сложно сказать. Похоже, совсем, учитывая, как это сделано. Ага. Вот с высокой температурой интересно, конечно, но... Обычно нам нужно добывать эти минералы. Это земля, а это надо стоять на земле. Не очень как-то выбор такой. Выбор-то хороший. Не, ну я имею в виду, что нам и пополезнее попадались вещи. Ну да. Вот, допустим, дальность прыжка. Очень круто. Ну да, совсем скрутил.
Ну и все, значит. Покупаем теплозащитный экран и амортизаторы. С молниями как-нибудь переживем уж. И, наверное, есть смысл взять все-таки экзотическую материю, хотя бы штуку. Ну, попробуй. Заправляться нет. А что, у нас сильно потрачено? А, ну... Ну, у нас не сильно. Там же будет станция. Ну да, надеюсь, там найдем где-нибудь. Все, до свидания. Намусорили тут. Так, тут пульсар, надо не забывать. Точно пульсар. А что у нас тут по планетам-то вообще? Пофигу. Ну тут ладно. Одна какая-то каменная планета есть. Давай, ладно, поехали. Не забудь жетон показать. Да-да-да. Показать пропуск. А, один раз? Да. Ну ладно. Как бы в теории можно было бы попробовать ее сохранить, потому что 25 это копейки кредитов. А отдать. Цены разные, да? А там цены. А вдруг там другие расы? Опять же, вот именно. Не угадаешь. Да. Расы другие могут быть. Зю. Квест, наверное, запороли тут уже. Там у тебя надо было образцы. Система-то другая уже. Ну ладно, не страшно. Нет, смотри-ка, есть все еще. Угу. Продолжаем. Нам пришлось прерваться. Но при этом мы думали, что ненадолго, а получилось, что на достаточно большое время прервались. Вот. В связи с этим сейчас можем что-то не помнить. То, что мы помнили. Не, но мы только прыгнули сюда, насколько я помню. Да, мы только прилетели. И вот по квесту у нас еще тут осталось. Я так понимаю, мы эту расу просто еще встретим. Где-то в системах. Очень возможно. Хорошо, а что у нас тут? Я даже не помню, честно говоря. Вот у нас какая-то планета желтая, давай на нее пока. Бла-бла-бла, вот вся суть, вот хестов. А баз у них, баз у нас тут никаких нет, я смотрю. Ну вот станция сама. Станция только, да. Ну станция-то фиг с ней. Ну там закупаться можно было. Ну да. О. Это вообще бесполезно. Да, здесь можешь даже не задерживаться. Полетели на это в астероидное поле. Вот, слушай, точно. Там должно быть что-то хорошее обычно. У нас горючки нет, да, совсем? Нет, с горючкой у нас более-менее нормально, больше половины. Ну это...
Надо я было заправиться. Надо было заправиться сейчас на станцию. Хотя это невыгодно. Ты сейчас полетай вот здесь, по планетам. А потом слетаешь, заправишься. Угу. Но у нас тут где-то гели, газ есть. Нет, я имела в виду, на станцию можно будет слетать, потом и заправиться. Да топливо тратить. Ну, посмотрим. Вот, кстати, еще апдейт был. Пока мы прерывались, и у меня теперь эти... Выскакивают окошки обучения. Может быть, еще что-то сбросили, как обычно. А какие изменения были там? Я не знаю толком. Вроде как упростили управление челноком. Да. Не два, а три, смотри. Три стрелки. Угу. Ой, какие-то астероиды бешеные. А у нас три разве не было уже? Нет, не было. Угу. А! Вы чего творите? Проскочу. Ага. Так, больше стоп, половины уже говорит. Есть смысл. На верхней сначала, или как? Я не знаю. Не пойму. Уже половина. О! Два рядом, смотри. Класс. Железо, железо. Железо, железо. Железо-то, конечно, ну такое. Давайте что-нибудь полезнее железо. Золото. Силикат. Силикат. Ну, тоже ничего. Так, как у вас тут опасненько. Медь. Медь. Одна, что ли? Да ладно. Одна? Нет, подожди, вот светится где-то стрелочка. А, нет, это же я свечусь. Ну все. Ну да, одна. Ну как-то не густо, конечно. Как-то разогнался. Можно было бы и получше. Это нормально. Вы издеваетесь? Что это такое? Ну, так я и говорю, разогнался. Такая. Рано. Фу. Кстати, переустановил игру на SSD. Но, похоже, это не сильно ускорило загрузку. Жалко. Так, ну что? Мы дальше, да? Наверное, есть смысл дальше. Зачем нам тут задерживаться? Ну, я имела в виду, на планеты или прыгаем? Наверное, прыгаем. Давай посмотрим, что у нас там. Я про планеты говорила, а ты про прыжок. Да, я про прыжок. Железо. Ну вот, можно починиться. Давай починимся, что ли. Чего мы такие поломанные? Ну, заправляться, наверное, пока не буду. Потому что смысла нет. Или все-таки полетать? Что у нас тут все-таки? Три желтых... Каменная одна планета. Но вот на одну каменную на этом можно слетать. А что у нас там будет? У нас там будет, скорее всего, железо. Хотя, если там будет топливо, то, в принципе, это будет хорошо. Давай слетаем, ладно. Посмотрим уж точно. Большая система просто. Пожжется, конечно, сейчас. Достаточно много. Но я вот пока стараюсь не сжигать. Притягивает. Да. Там красный кто-то агрессивный, да? Наверху я смотрю. Не факт. Но возможно. Корабль какой-то. Слушай, это агрессивно. Они сейчас драться с нами будут. А!
Пираты? Да. Три По-любому. Штуки. Ну, они такие достаточно мелкие, но... Точно, пираты. 240 кредитов? Ты офигел? Кровь! Кровь! Кости! Мясо режь! Я попробую просто удрать. Как ты удерешь из боя-то прям? Сейчас попробуем. Я не собираюсь им платить 240, они зажрались. Мне кажется, нельзя от них удрать. Они тебя постоянно сбивать будут. Ну, нет? Вообще они мелкие. Поджигата. Минус один. Ага, ага. Ах ты. Смотри, какие шустрые, да? Да. Вот сейчас стреляй. Есть. Ага, тоже не попал. Есть. Лови, вон там вкусняшки какие-то плавают. Да, да, да. А вот от второго надо как-то удирать сейчас будет. Со вторым я драться не хочу. А если такие же мелкие? Если мелкие, то хорошо, конечно, но... А вдруг не такие же? А я могу как-то вот не выходить на связь с ними просто? Хотя нет, нет. Они меня залавливают сразу, да. Сразу второй перехват? Да, да. Они прям рядом же были. Ну да. А, и сразу драка. Да? Да. Я не стал даже разговаривать с ними. Чуть-чуть заранее, получается, надо начинать стрелять. Ой-ой-ой, прям щит сняли. Давай-давай, щит, закрывайся быстрее. Эх, не довернул. Есть. Давай. Вот вам, гады. Гады. Музыка, успокойся. Регенерационный имплант. Давай ты нам имплант, который будет восстанавливать броню на корабле. Или топливо генерировать. Или топливо, да. Вырабатывать. Из космоса прям. Ну, зато теперь можно на планету сесть. Гады. Стоять! Давай-ка посмотрим, что у нас там. Что за имплант? Ресурсы. Бараты вполне можно заправить. О, золото. Пченица. Ну и бараты я заправлю, и силикаты сразу. Чуть-чуть не хватает там, ну ладно. Да, потом дозаправим. Ищет и восстанавливает поврежденные ткани. А, так это аптечка. Да, причем хорошо так восстанавливает, я смотрю. А я думала, это на корабль что-нибудь. Имплант какой-нибудь такой технологичный. У меня тоже была такая мысль, я не думал, что это для человека. Я думала, может, какая-то технология такая крутая. Что тут за планетка? Какая маленькая. Слушай, тяжело тебе здесь будет. Постоянно притягивает. Да. Может, лучше не нужно? Да нормально. Здесь у нас силикаты, грозовые бури, обжигающие. Ну нафиг, короче. Полетели дальше. Да, полетели.